28. Ну, я перешел. Я вот сейчас на Октябрьской 32, сними меня. Сосед. Краснооктябрьская. Свечивает 28. 5 лет живем и 5 лет дышим этим добром. Заходим. Хозяева здесь не живут. Они тут разводят кур. Это дом. А это вот курятник. Ну, наверное, это зимний вариант. А сейчас основной вот этот летний. Листы железа. И где тут 100 штук? Наброшенные. Здесь не 100, здесь их... Ой, господи, сколько их там? Здесь их... 5 сотен, не меньше. Ну, фу, может быть, даже под 1000. Ужасно, а санитария. Да блевотины. Там муха все вообще. Вон в ангаре курочки там еще. Ребятишки, вы бы не ходили сюда, не надо. Но не надо, не ходить. Не надо, не ходить. Надо. Чужой дом, зачем вы? И здесь пищат. Как пчелиный рой, мухи жужжат. Огромные, синие, зеленые всякие. Переносчики заразы. А вот, мы тут дети. Вот мало. Такое все в мухах. Корм. Дайте его корм со мной. Ну да, такое количество корма не на частные нужды. Пишу, что 100 голов содержат. Какие же 100 голов-то? Куча клеток. А здесь что, тоже куры? Тоже куры.